С самого утра на московском шоссе стоит устойчивый запах тухлого мяса. Рабочие демонтируют здесь один из киосков. В списке незаконных он числится с 2015 года. Настоящего владельца установить не удалось. Последний арендатор торговал здесь мясом и не заботился ни о санитарных условиях, ни о качестве продуктов. Сейчас будет производиться вывоз. С последующим мы его отвезем на штрафстоянку. До того момента, пока не объявится хозяин. Вот, потом он к нам приходит с заявлением, то, что приносит документы, что это его объект, платит за простой, платит за вывоз, и, в принципе, мы отдаем этот объект. Всего в реестре незаконных киосков в Кировском районе числится больше 170 объектов. У владельцев киосков еще есть время самим вывести свои торговые точки. В 2016 году самостоятельно предпринимателями с территории района вывезено 39 объектов. В 2017 году уже вывезено 14 объектов. Работа эта продолжается. С начала года с территории Самары уже вывезли 100 незаконных торговых точек. В планах освободить улицы еще от нескольких сотен объектов. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События.